В Казахстане с начала года зарегистрировали 27 лесных и 122 степных пожара. Об этом на заседании правительства сообщил министр по ЧС. Чингиз Аринов заявил, по прогнозу синоптиков, лето в этом году будет засушливым. В этой связи сохраняется высокий риск природных возгораний. Между тем, системой раннего обнаружения пожаров в лесах охвачено лишь 2% от общей площади лесного фонда. Премьер распорядился взять этот вопрос на контроль, а также обеспечить лесные хозяйства элементарными средствами пожаротушения.